Отпусти. Защита. Жди команды. Подпусти. Без защиты. Готовится один. Нет.
Держи. Если Аркин заказывает вот там полгода, вес 37 килограммов, весу 33 килограмма, но по-моему называется Нина Борки. Готовится шаршан. Держи. Готовится курочка. Держи, молодец. Опусти. Раздор готовится.
готовится ручки. Ножками разогнала. Держать. За команду. Пропусти. Готовится шаршам. Готовится Паластров Дмитрий. Закинул у нас закажет третий поход, наверное. Савельев, лес. К весу 43 килограмма, поход называется «Паластров Дмитрий», как вешать. Вы что, открытие, покурите, Лёшка? Готовимся к разъезду. Попусти.
держи. Подушки. Опусти.
готовится к Артему. Держать, держать, все команды. Пойди, отойди.
грудь ножками помощнее. Ровненько ногами. Жди команду. Ножками съем. Встала. Ровненько за голову ногами. Держать, ждать команды. Давай. Ровно ножками, потихоньку. Уважаемые участники, представители, тренеры, зрители, на этом турнире в памяти заслуженного тренера РСФСР Григорьева Николая Никаноровича у нас присутствуют гости Севастопольской области. Один участник, спортсмен Белов Даниил, Ивоны отец, мастер спорта России, чемпион России среди старших юношей. Белов Игорь, тренер, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, восьмикратный чемпион России, семикратный чемпион Кубков России, бронзовый, серебряный призер чемпионата Европы и мастер спорта по пауэрлифтингу. Он один раз только выступил, это было в Гае, и был чемпионом. От какой год? Наверное, 98-й? 95-й год. Матвеев Андрей. Итак. Так, представляем участников второго потока. Юноши. Весовая категория до 69 килограммов. Шариков Илья, город Вышний Волочек. Весовая категория до 77 килограммов. Белов Даниил, спортсмен первого раза, город Китаев. Ермоленко Сергей, город Вишни Мачок. Представляем мужчин, участников этого турнира. Весовая категория до 69 килограммов. Василий Павел, первый раза, город Вишни. Сингаевский Дмитрий, город Тверь. Мучужак Тимофей, город Тверь. Сой Павел, город Тверь. Весовая категория до 77 килограммов. Капышев Александр, город Тверь. Василий Дмитрий, город Нижинск. Кузнецов Михаил, город Тверь. Весовая категория до 85 килограммов. Ульянов Константин, город Тверь. Весовая категория до 94 килограммов. Синотов Олег, мастер спорта, город Тверь. Петковский Антон, город Тверь. Виноградов Александр, город Тверь. Чеказов Андрей, город Тверь. Thank you.
держи. Иди команду. Опусти. Готовится. Готовится Чикас. Держи! Держи, держи! Вестниц. Готовится Шайков. Вес засчитан, закончен. Бокс в результатах 70. Готовится Чикасов. Держи!
Отпустите. Совсем наездки. Держи! Бумаги держи! Готовится Василий Дмитрий. Держи, держи. Держи, Паша, держи. Опусти. Вес защиты. К весу 92 килограмма. На помост вызывается Цой Павел, город Тверь. Готовится Василий Дмитрий. Держи! Паша, держи! Опусти! Что такое? Держи! Опусти! Готовится Цой. Весу 92 килограмма, на помост вызывается Цой Павел, город Тверь. Готовится Василий Дмитрий. Держи, 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 держи. Опусти.
все со щитом закончены. Называется Белов Даниил, представитель Ярославской области города Тутаев. Ульяна готовится. Мастер спорта России, город Тверь. Держи, держи, хорошо, Олег. Опусти.
Вес 50. Защита. Готовится Кузнецов. Ножками ровно. Опусти. Казов. Защита.
Готовится Василий Дмитрий. Без защиты закончил толчок с результатом 105 килограммов. Установить на штангу вес. Готовится Цой. Готовится Василий Фалин. Готовится Сингаевский. Ножками съем. Встала. Ровненько за голову ногами. Держать, ждать команды. Давай, ровно ножками, потихоньку. Держать.
называется ЦОЙ. Если спортсмен справляется с этим весом, он набирает сумму кандидата в мастера спорта. Готовится Петковский.